В Тверской области стартуют весенние ярмарки. В Солигорске районные сельскохозяйственные ярмарки пройдут на центральной площади города 25, 26 марта, 15 и 23 апреля. А 22 апреля Солигорск станет центром проведения большой региональной ярмарки. На весенних торгах традиционно будут представлены сельскохозяйственная продукция, продукция мясоперерабатывающей, молочной и рыбной отрасли, кулинарные и кондитерские изделия, различные удобрения, семена и посадочный материал. Будут на ярмарках также сельскохозяйственные инвентарь и изделия народных мастеров. Пришла весна, и мы рады пригласить наших горожан и гостей города и района Солигорского на весенние ярмарки. Часть ярмарок пройдет на центральной площади, в том числе и региональная 22 апреля. Часть пройдет на рынке Октябрьский. Но вот хочу сказать про 25 и 26 марта этого года, что пройдут районные ярмарки на центральной площади. 25 в субботу марта и 26 марта воскресенье. Приглашаем всех за покупками, потому что будет широкий ассортимент и мясной продукции, и продовольственных товаров, и зерно, и сельхозпродукция, саженцы, искусственные цветы как раз в преддверии пасхальных и праздника Радовницы. Вот. Но ожидается много, у нас любят, к нам любят приезжать на ярмарки, ожидается много других участников, гостей города из других районов, из других областей Республики Беларусь. Вот. Ну и, конечно же, культурная программа будет, можно перекусить, шашлычок скушать, там, послушать музыку.